почему Николай II называется у нас Николай Кровавый? На самом деле это никак не связано с событиями революции 1905 года, это связано с событиями во время коронации на Ходынском поле, когда подавилось огромное количество народу. Зачем народ давился? Вот за такой кружечкой, в которой лежал пряник и платок. Кружечка самая обычная, металлическая, покрытая эмалью. Старинный русский безмен. Вся прелесть предмета в том, что он подписной. Калуга, 1828 год. На самом деле, они встречаются, они не такие редкие, а прелесть и редкость предмета тут именно в его подписи. Принадлежал такой безмен, скорее всего, каким-то очень богатым купцам. Достаточно редкая вещь, русская кружка, частный завод Никиты Храпунова, 1810 год. Практически в преддверии войны 1812 года выпускались кружки с головами гусар, казаков, ну и так далее. Ценность предметов иногда заключается не в их стоимости, а в какой-то истории, которая скрыта за предметом, которое скрыто за тайны веков, за теми годами, которые прошли. И мы можем просто догадываться, почему и от чего так получилось. Обычная, не сильно дорогая бутылка с отбитым горлом, найденная на чердаке из-под какого-то очень дорогого вина. Понятно, что была украдена, видимо, слугами, которые ее выпили там, на этом чердаке. И необычность на самом деле в том, что когда ее выпили, что-то там не допили, и туда залезла мышка, которая осталась там с тех самых пор. То есть, ну, сколько лет? 150 этой мышки. Это еще раз говорит о вреде алкоголя.